Так, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Марк и... О, смотри, Айденчик, да. И мы тут в последней серии убили босса. Марк, я застрял. В 16 серии последнему убили босса. И продолжаем. Все, я наконец-то вылез. Фух, ну... Так, нам надо, короче, вернуться. Ну, изичный босс был. Изичный босс. Вообще прям. Да, я обнулся патронов. Да, я, у меня тоже все. Изичное что? А, кстати, подожди, а скилл нам дали там? Да, одну очку дали. Дали. Все, кстати, я могу теперь сбрасывать... еще одно очко я смогу сделать так, чтобы который сбрасывал патрона. Nice. Или прокачивать медика. Ну, понял. Я буду прокачивать эту птицу, которая как там называется? Сейчас скажу. У меня получается, я сейчас полностью скачал то, что она... Это скорость восстановления. А. Так, а подожди, а куда нам идти? Я что-то запутался. Я правильно иду, да? Да? А, да, все, ничего, я да ты что меня бьешь? Да я уже забыл, что тут было. Мы же пробежали это все, не забывай, как мы проходим уровни. Мы просто пробегаем. Как мы проходим, просто пробегаем. Да. Не, ну мы, конечно, вот раньше мы, по-моему, всех убивали сразу. А сейчас что? Да, потому что если мы их не убиваем, они убивают нас. Да, в любом случае. Мы не могли фигу тучу времени просто убить эти, ну, пройти в... Ой, куда я иду? Кром, называется, пошли Марк за мной. А, я понял. Вот где Кром был. Мы не могли фигу тучу времени их убить. В итоге мы просто сейчас ходим и убиваем их. Да. А я помню, еще помнишь, какие-то два босса были. Мы их еле-еле убили, мы их там лагами, багами убили. Я помню, мы сидели на крыше и стреляли по ним. Да. Они еще там что-то в текстуре застряли, там кто-то. Арену я еще тоже помню, мы не могли пройти что-то. А сейчас просто... Вообще изи разносим всех. Секунд на 5. Да, господи. О, минут на 5. Ну знаешь, мы уже 30-й левел. А, кстати, здесь максимальный левел, да, есть? Или еще? Да, 75 какой-то. 70 какой-то вроде. Мне кажется, мы его даже не дойдем до него. Не ошибаюсь. Мы до него даже не дойдем, мне кажется. До конца игры даже. Ты, сколько мы уже миссий прошли в основных? Это какая была? Как это называется? Сейчас скажу. Еще одна часть головоломки. Сейчас я тебе скажу. Сейчас. Так, найти на странице. Еще. Гуски лаги. Просто страница большая, у меня на телефоне. Еще одна. Короче, ладно, я пока буду бежать. И пытаться найти. А, это было 38-я. 38-я. То есть нам осталось? Из 46 это. 8. Следующее никуда и без железяки. 39. Да, кстати, реально мы что-то быстро проходим. Тоже, Марк, смотри, я когда последний раз говорил, было 12. 32 мы прошли, по-моему, последнее. Или когда там. Да, 32 было. Что-то изи. Я понял, у нас было, я говорил, то, что осталось 12 миссий. Знаешь, что-то изи уже, а. Не, у нас остается только побочные там, типа спасти железяку и еще, может, что-то. Фигня, так. Спасти железяку, буду его спасать. Следующее будет никуда без железяки. Миссия. Это спойлер. Она сейчас будет. Должна быть 39-я. И там у нас будет побочная. И опять нам дадут спасти железяку. Побочное задание будет. Мы будем его спасать. Да будем его спасать. Знаешь, они дают только расширение инвентаря. По-моему, эти миссии, они, кстати, нужны только для того, чтобы прокачиваться. Это для тех, кто хочет прокачаться там. Чисто. А нам здесь, да? Да. Раскомнаться. Давай, поехали. Ну, мы уже близко к финалу. Наконец-то мы пройдем. Не, ну я не знаю, какие еще игры есть, кроме Borderlands, которые можно пройти. Ну, батлблок нам нужно будет допройти, там две головы. Всего. Знаешь, очень далеко нам ехать надо было. Серьезно? Да. Нам сюда. Ты пошел вон, петух, ты мне ничего не смотришь. Кстати, ты так четко сказал, он же птица, типа. Так, и что у нас тут? Это что у нас вообще? Это где? Это мы где? А, это раки. А, это раки, да. Вот они нас мочили. Ты, кстати, я, кстати, даже помню, да, мы здесь тоже еле-еле прошли. Понимаешь, я пробежал и сидел в доме. Они меня пробрались через дом. Да. А сейчас такой... Два выстрела, минус два рака. О, мусорщики, на. Блин. Ты чё такой уворотливый? А, да, мы же здесь задание брали, точно. Я уже забыл.
Ты пошел. Так, а что ты можешь нам сказать? Изи. И никуда без железяки, да, как я и говорил. И это у нас где? Нам надо железяку освободить. Ну, это основная миссия, сразу говорю. Нам в обратную сторону. Это куда нам? Так. Old Heaven. Old Heaven? А, кстати, он не исследован. Я не знаю, где он находится. Хочешь спойлер? Еще один. Нет, не надо. Ну ладно, так уж и быть. Пока я не прострелил тебе ногу. Ну, я тебе могу просто сказать, что будет после железяки. И что я, ну, я еще не знаю, что там потом будет. Но я уже предполагаю, что будет жестко после железяки. Почему? Ну, мы найдем последний фрагмент. Ой, я проспойлил. А последний фрагмент? Да, после железяки будет последний фрагмент, а дальше все, я не говорю. Дальше я не буду говорить. Я не знаю даже, что там. Я не смотрел. Знаешь, что будет сложно после... где? Мне кажется, мы какого-то босса найдем. Я не смотрел еще, но я предполагаю. Я даже не... Знаешь, что у нас будет сложно? Что? Когда мы пойдем в хранилище. А, мы собираем ключ для хранилища, да? И вот там будет жестко уже. Ты утраки. Кстати, да, их правильно назвали, кстати. Согласен с названием. Раки. Ладно, пошли. Знаешь, чем еще прикол? Садур, когда удобно убивать раков. У него просто лютый разброс. Так, давай, ТП там, куда? Или нам ехать, что там? А нам в Роскомманс, да, там? В Old Heaven. У нас есть New Heaven, где мы постоянно были, а теперь Old Heaven. Угу. А еще у нас, кстати, одно выполненное задание, но оно в New Heaven, а мне лень туда идти. Угу. Поэтому будем. Ладно, я посмотрел спойлер, и... Ладно. У меня печальные новости по спойлерам. Она ждет не... Знаешь, в чем проблема? Ты ждал, мы ждем не того, что будет. Нас ждать немного другое. Скорее всего. Или... Спойлер, да ладно, все. Я просто посмотрел последнюю миссию, финальную, но... Но я все равно не понял, как бы, то ли будет, то ли не будет, что-то странное. А, там показано, какой левел она? Нет, она... А я просто смотрю на вики, там просто список написан по порядку, и все. Там не написано, для кого левела. Да мне кажется, 30-х где-то. Не знаю, может, здесь люди играют по приколу, чтобы прокачиваться. Боже, Borderlands играть по приколу, что? Ну, и знаешь, я тебе хочу сказать, я видел вообще человека, у которого Half-Life 2 тысяча часов. Или есть люди, играющие в Skyrim, блин, по миллиард часов. Ну, Skyrim там хотя бы это открытый мир. Он сделан для того, чтобы развиваться. Кстати, да. Ну а здесь что, нельзя развиваться. Блин, ну знаешь, здесь. Хотя здесь, знаешь, единственное, чем здесь можно заняться, это за. Блин. Эти оружия, да? Да. Да. Ну, знаешь, это займет очень. А, потому что бесконечно, да? Много времени. Нет, они не бесконечно, там около 2 миллионов. Ну, всего лишь, господи, в легкую собрать. Попал, знаешь, так. А, мы впервые в Old Heaven, да, сейчас? Давай. А. Ну что же. Опа, вот это мне уже не нравится. Они что-то в броньке еще какой-то. Вот это, если это не свои, то это очень плохо. О! Это же... Ну, думаю... Вот. Очень далеко. О, у них еще и задание. Это наше. Наверное. Так, а мы все задания взяли? Я пока, во-первых, никого не вижу. Никто, а что дверь закрылась? А, понял. А, короче, это наша это деревня, ну, и тут смотри. Всех разбомбили. Типа. Да, это наша. А, нет, не наша. Уже не наша. Знаешь, такое, это наша, а не, не наша. У них щиты, охранник. Там взорвать можно, подожди. И никто не умер, ясно. Какая подстава. Знаешь, такое, это наши, а не наши. Ой, без башен, ясно, я возвращаю. 13 хп. Ясно. Вот это я зря сделал. Там безбашенный охранник, сразу говорю. О, вот он. Он вовремя. Где? Вот он. У него щит еще. Главное, 29-го левела, а он какой-то жесткий. Для 29-го левела, я считаю. Я, кстати, даже не отрегенился. Че, серьезно? Стой. Найс! Все, отходим. Давай, добьем его. Я не могу. Умри! Я его обошел. Давай. Найс! Ну,
Красава. А так. Что у нас тут? А, давай сначала эти. О, смотри, у него тоже турель есть. Ты видел это? Он тоже поставил турель сейчас. А, он что? Марк, отойди, я бочку взорву. Угу. Да взорвай. О, ясно. Так, а нам... Ой, посмотри, сколько нам придется обходить. Это нам весь город практически нужно будет обойти. Да ё-моё, я не могу просто. Это будет долго. Ой, солдат копья, чё? Солдат копья какой-то. Не, это что-то жестко. Вот это уже реально жестко начинается, хардкор. Пусты. Какие-то роботы. Это что было? Это я залп делал. А, да нет, там... Подожди, не устанавливай, я убью его. Не убивай его, все. А, ты вообще далеко? О, господи! Че меня пугаешь-то? Там еще. Подожди, а волчь, у меня 100 хп. Сейчас отойду. Вот, здесь никого нет. Почти. Там еще один охранник, супер. Нас окружили, короче. Главное оставить хеды. Вот у него турель, он поставил турель все. Да там его надо гранатомет фигачить, если он поставил турель. Да уж. Тихо. Минус. I need help. Инженер копья теперь какие-то. Солдат копья. Вон, видишь, он турель стоит. Все, взорви. Нету ее больше. Все, да я уже заметил. А их вообще нету, они все. Что-то легли. А, нет. Эй, тихо, тихо. Никого нет, и там стоит. И появился такой. Не взрывается? Так, куда нам? Мы уже близко, мы должны пройти уже. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, сколько там троих, я назад бегу. Чувак, нет! 80 хп. Так, а что это за дроп, кстати? Что за дроп? Ну, посмотри. Не, неинтересно особо. Так. Пушка Гатлинга. Что-то ты, конечно, слабая на самом деле. Почти. Так, на самом деле, сейчас мне бы отхилиться. Ну, кстати, да, у меня тоже 100 хп. Блин. Ты не очень что? Удачно поставил. Ну, чуть-чуть. Так я хотел ее перебросить, но ладно. Отрочило там один прошел. В кого он стреляет? Я, кстати, ракету восстанавливать. А-а-а. Все, найс. Я отхилился. Почти. Она не простреливает, что ли? А, да, она реально простреливает. Кстати, там сзади нас ходит один. Лучше его не агрить. Убей его. Не, я его не буду агрить, он нас не заметил. Там двое ходят. Как оно попадает? Давай, мы почти его уничтожили. Изи. А она, по-моему, не одна. Вон там еще одна. О, снес броньку ей. Знаешь, это ничего не значит, у него хп вот фига. О, господи, еще один солдат. Уйди, а. Реально, лучше тебе уйти, солдат. Если ты не хочешь неприятностей. Меня тут отстреливают по-нормальному так. Все, минус. Я тут просто стреляю без вашего солдата. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Солдат копья. Так, я возвращаюсь, пацаны, у меня все плохо. Пушка Гатлинга, а? Я ж тебе снес броньку, чего устанавливаешься? Почему она? Да откуда мне фигачит-то? Да вон пушка. Знаете, я не знаю, куда я ее поставил. Вон, 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 почти. Все, минус пушка Гатлинга. Все. Так, вон там товарищи были какие-то. Я не понимаю, почему я ему нифига не сношу. Да умри ты уже, алё. Какой солдат. Ой, ясно. С другой стороны, налево, посмотри. Добей его как-нибудь. Думрит уже. Найс. Все, идем, 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 идем. Знаешь, я пытаюсь убить безбасного солдата. Думрит уже сегодня. Че? А как мы здесь пройдем? Понимаешь, у него что-то только одно не защищено. И вот через это можно попасть. Убить его. Я не могу понять, что это. Я уже просто прошел здесь немного. Я уже к ним пришел. О, он тут кидается гранатами, ясно. Он что-то какой-то агрессивный.
Иди ко мне, я уже прошел. Я не могу, у меня 1 хп. Ой, 64 хп. Не умирай, пожалуйста, я уже просто ушел. Я уже к ним пошел. Марк, я не могу, у меня уронили. И я уже ничего не сделаю. Ну, устанавливайся, что, я уже не успею к тебе. Я тут отстреливаюсь от этих. Хотя. Я успел! Найс! Nice. Это не момент. Давай там, просто... иди потихоньку ко мне. Тут мне помощь нужна. Марк, я... знаешь, не потихоньку, а просто со всех ног. А, ты уже здесь. Вон да. Двое рачка. Я их зарашу. Уйдите. Да я ж тебе прям хедшот. А, конечно, ты свою пушку поставил. О, я что-то использовал. Взорвись. Взорвись. Слушай, я что-то открыл. Че? О, 59 хп, 59 хп. А, конечно. Давай. Пушку, хотя бы один должен ее убить. Зачем, Марк? Да я убью. Все, давай я сейчас спасу. Вон да идет. We have a problem с двух сторон, просто. Давай. Пушку, пусть это ставь. Турель, найс. Красава. Вот, кстати, про него я говорил. Дуй. Это как... сразу. Это что? Это вообще как? Это, даст. Это охранник. Тебя охранник бьет. И он сзади нас как-то оказался. Это что за читы? Давай, охранник! Найс! Ты его убил? А, я не успел. Да ладно, да, я уже заметил. Я надеюсь, я в нормальном... А, я в самом начале заспавнился, конечно. Давай ты там не лезь. А, ты уже умер? Нет, я еще не умер. Вот это... Давай. Боже, пожалуйста. Да, я успел убить безбашенного охранника. А у меня проблема, у меня здесь на пути охранник, который мне стреляет. Не знаю, Марк, я уже не могу тебе ничем помочь. Да не надо, у меня 300 хп, я сейчас добегу до тебя просто. Ну, это сложно, конечно, легко сказать. На самом деле это будет сложно. Или нет? А, нет, не сложно все-таки будет. Я все-таки к тебе прибежал. Так, ну чё, должен... Значит, в последний момент он сгорел. Да, повезло. Лол, лол. Ну всё, окей. Так, а чё надо сделать? Чё на зеленом горит? Я же открыл вроде. Чё за бред? А вообще куда нам? Я не знаю. А, нам вон туда. Он в ту сторону. Нам куда-то наверх, что ли? А вот он. Нам, ну вот он, железяка. Мы же за железяка пришли. А, господи. О, привет. Зачем мне спрашивать железяку? Не знаю. Кстати, а не проще было его просто вырубить? Ну, там систему, не? О, тебя. О, последний фрагмент. А это... Втор. Какой втор? В смысле втор? Последний фрагмент. Прокинуть втор. Химия. Барон Флинт. Пошли. Ну, да, это уже 40-я. Все, 6 миссий осталось, получается. Да ведь? Да, да, это 40-я. Ладно, погнали, чё. Короче, мы же действуем по хорошей тактике. Сейчас немножко их пробью. Все, теперь убегаем. А, в Тор. А я думал, в Тор. Прокинуть в... Это, в Тор. А я только сейчас направо посмотрел, и я думаю, что ты говоришь, какой втор? Прокинуть втор. Блин. Опа, моя тактика, наша тактика не сработала на мне. О, блин! Внюк, Марк. Это я, кстати. Давай, поднимай меня. Я тоже сейчас, кстати, урон у меня 100 хп. А я успею. Лоу, я успел. Просто беги. Марк, уходим, убегаем. Да опять! Да почему? Вот почему ты умираешь? А не я. Подожди. Китаец. Я за тобой. Не а, уходим, да беги уходим. Просто, вот беги со всех ног, я не знаю. Подожди, а куда уходим? Сюда, мы правильно бежим. О, Марк, знаешь, я прям удачливый, знаешь почему? Я на полном безбашенном охраннике. Ай, господи, надо было за мной бежать. Я сейчас побежал, там вообще никого не было. Я не как. Понимаешь, а я побежал и полный на безбашенном охраннике. Кстати, я восстанавливаюсь. В любом случае, это будет логичнее. Стой, не восстанавливайся. Ладно. Я его не добью даже.
Марк, сзади солдат копья убей. Убей, вот он, солдат копья сзади, 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 вон он рядом с безбашным. Давай, давай его. Я не успею, да ладно, вас... Да, надо было восстановить. Юсп, я прям на последней секунде лоу убил. Марк, пожалуйста, покоцай безбашного. Я уб... конечно. Может установимся? Хотя... А, не, я его не успею убить. Ну ты чё такой это? Какой-то ты слишком... Я не успею. Блин, хоть... почему ты убил? 100 хп, 100 хп, 80 хп. 14 за возрождение. Марк, просто как... уходим, все. Да, что-то мне не нравится эта локация, если честно. А, кстати, у нас здесь еще одно есть задание, мы вот пройдем по-быстрому. Это? А, куда он зашел? Подожди, уходим, Марк. А какое задание у нас? Подожди, куда нам надо? Salt Flats, это где? Ладно. Значит, идем просто, просто идем, уходим. Ну ок. Возвращаемся в Роскоманс. Ест. Ну, это было жестко. Это было жестко. Ну что же, 6 миссий осталось, пацаны. Мы закончим игру. Да, но я не хочу возвращаться слишком жестко. Зачем, пока я не прокачаюсь. Мы были в локации Crimson Fastness. Марк, сейчас только что бомбануло. Я ничего не заметил, я просто смотрю. А еще там вулкан уж. А, это завод. Это вулкан. Казино, что ли? Не, просто. Так, че, куда бежим? Там. Ладно, нам туда. Мы опять не туда бежим, как всегда. Вот почему реально постоянно бежим не туда, куда нам надо. Ты знаешь, это очень далеко находится. Вот. Ну, а, это, блин, вот эта фигня бьет, я думал, взорвалось что-то. О, кстати, это я нашел Немезиду. Слушай, оно выглядит более приятно, чем он то, что было. Железяка, что ли? Не, не железяка. Ну, железяка тоже говорит. О, вот как раз он. Ам. Да, я про это и говорил, это новая локация. Добро пожаловать. Ам. Подожди, а нам сюда надо? Да, солд флэт. А, я думал ты... Я думал... Я... Садись, я нажал! Кстати, это последняя локация новая. Это все, это мы по идее весь мир открыли. Потому что я смотрю, здесь больше нет локации вроде как. Последние миссии остаются в этой локации все. Скорее, вроде бы. По идее. Это не точно. Иные поля. Тебе надо закупаться? А, так, ну, не знаю. Ну, давай, давай закуплюсь. Давай закупимся. Так, это я... О, это... Слушай, впервые, когда я покупаю что-то больше, чем... Это чем. Ну, снайперку да. Опять. Опять только снайперку купил все. А я штурмовая еще. Да опять я не туда сел. А, нет, я туда сел. Я был опять не туда сел. Так, значит, да я. Кстати, знаешь, прикол? Вот у нас есть лечебные наборы, но мы их не используем. Кстати, да. Они, ну, мне кажется, они вообще бесполезны. А, кстати, еще прикол в том. Во-первых, мы даже не сможем прокачать максимальный левел, и еще мы не прокачаем все скиллы даже. Вот в чем прикол. Алло. Знаешь, я просто тут мусорку небольшую устроил. Ой, я бы ее тоже устроил, но я просто жду, пока ты сядешь, и мы пойдем. Миссия. Я обязательно закуплюсь этими наборами для лечения. В итоге не буду их использовать. Угу. Так. Так, пусть... еще у нас по щитам тут фигня, все щиты. Ой, сколько у меня тоже, кстати, есть легкий лечебный набор, например. Кстати, если тебе надо хилки, вон они лежат. А их типа можно хилки использовать, да? Да, да, конечно. Вот у тебя есть хилки, но их использовать нельзя, действительно. Ну да. Марк, кстати, если что, можешь там посмотри оружие, может тебе надо. Да нет, без разницы. Продержимся. Все, и знаешь, такой, следующую секунду, умер. С одного выстрела, знаешь, так. А чё, ты опять выходишь? Почему ты выходишь? Подожди, а для какого-то уровня? Интересно просто сейчас посмотреть. Для тысячного, да? Какого? 30 уровень. 30, ну как раз, ну это будет хор... Да хватит выходить из машины. Хватит нажимать тебе. Знаешь, ну хотя бы не из игры. Я, кстати, помню, когда у меня крашнулась игра-то. Как ты это сделал?
Помнишь? Что-то я... Мы переворачивались, да, что-то, да. Что-то там, и у меня вылетела игра потом. Нет, я вызвал тебя на дуэль. А, да, ты меня вызвал на дуэль, и у меня крашнулась игра, да, я помню. Я потом перезаходил. Так, ну чё, поехали. Я слушаю, что он говорит. А я его, кстати, не слышу, у меня тихо игра. Это мы против него сейчас будем, да, или чё? Март, смотри, вот там машины ездят. А, найс, у меня лаги. Короче, мы сейчас против этого барона. А, это в конце, нам надо сначала отряд уничтожить. А, вижу. Вон они. Знаешь. Ну, кстати, я им нормально слышу. Изи. Так, три осталось. А где они? Не, вот это изи, кстати. Ам. Колеса, ВТФ. Так, здесь их нету. Они должны к нам приехать. Поди прям к метке, около метки едь. Они что-то не... Ты вообще видишь? А, вон, вижу. Вон. Где? Вон. А вон я, стреляй. Да, я ж прям в них выстрелил, почему в текстуру попал? Да, умрите. А я по ним... Да умри! Всё, сейчас подожди, я быстро. Ну точнее, отошел, может, что? Ты отошел, здесь они приехали. А где они? Сейчас. А, вон они. Подъедь к ним. Да ум. Гусы. Попасть в них вообще не. Гус, что не так ты? Вот оф. Найс. Все, ласт. И потом нам надо в Тор проникнуть. Понимаю, Тор это вот это вот. А где в Тор? Давайте, копайте нас. В Тор? А, не знаю, где он. Где у нас есть в Тор? Вот знаешь, где есть в Тор? И вот тоже не знаю, а вон они. Кто я знаю, где они есть? Вон они. А, привет, пацаны. Да, да, алё, не едь так. Да я выстрелил прям в них, почему улетает вообще не так? Всё. Поехали в Тор. Ну, во втор, понимаешь. Да чё, ты надоел вылазить из машины. Да короче, этот барон умер, акал. Мы его сейчас просто уничтожим. Ам. Чувствую, не сюда. А, вообще-то это сюда. Как бы это... Ну, сюда, но не с этой стороны. Да, и нам придется пешком идти. Вот теперь ты наконец-то правильно выпрыгнул из машины, вовремя. Ам, чё-то легко. Я ему прям в голову выстрелил, он сразу умер. Умри то. Пацаны, чё-то вы легкие. Ой, мародер, а вот это ты не вовремя. Ты чё присел? Уйди. Алё, мародёр, чё-то он живучий. Ой, ты чё, топорами ты кидаешься? Знаешь, стой. Вот именно. Чё он себе позволяет? Привет, как дела? Нормально. Так, а нам в середину, что ли, куда-то? Здорово. А, да, вот здесь закупиться можно, слышь. И куда нам? Знаешь, я его просто забил руками. Подожди, я чё-то не понимаю. Кратышку. Жи, а куда нам? Нам? Здесь можешь закупиться, можешь обойти надо. Чё, в чём прикол? А, нам сюда, наверное, куда-то. Да. Ты чё? Кто он меня стрелял? А, ясно. Карли. А, нам туда, понял. Минус. Тихо. Давайте мы мирно уйдем. Ой. Ой. Ты живой там? Ща я тебе помогу. То есть я смог. Марк, помоги, я уже не смогу никого не убить. Да нет, тут можно было. А. Марк, я не могу, я застрял. А, блин. Вот. Так, вот тут. Так встал как-то. Не очень удачно. Я это уже заметил. Правда, меня сзади убивал. Ну алло! 90 хп. Найс, у меня еще игра звук. Ясно. Да боже. А, вот все, я выжил. Сейчас мародера надо убить. Ты опять умер? Да. Вот ты зачем его убил? Меня сейчас тоже убьют, кстати. А, нет. Ты там отстреливайся, я за тебя сяду. Живи как-нибудь. А, ясно. Зря я тебя установлю. То есть зря я тебя устанавливал. What the fuck?
Чисел выпало и в текстуру упало. Короче, я нашел там вход. Кстати, у меня почти 31 лавы. Ну, знаешь, у меня тоже. Нет, не агриву, нет. Да ё... Алло, вот это. У меня лагает игра. Я качка. Во, все, я нашел. Куда нам надо? И что-то мне уже не нравится это место, если честно. Пока. Что-то оно какое-то не очень. Здесь что-то эта машина топливо падает. Пацаны, что-то. Что-то мне не нравится. А охотник, кстати, маркусный мод, где это нормально будет. Да, подожди. И что здесь должно произойти? Куда нам идти дальше? А нам вон туда. А нам. Куда? А, во! А, я понял, куда, но подожди. Ну что, готов, Марк? Да. Заходи. А, это лифт. Да, это лифт. А, и сейчас мы, у нас босс наша... будет. Барон вот этот. Гостю срать потом. Да, что-то там расскажем. И сейчас мы снова там, выстрелы там, убиваем, да? Проблемы? И стрелочка вверх. Нам было отхилиться. А, ну да. Чё-то мы тупанули. Так, я чё-то никого не вижу. Сразу за ящик давай, Марк. Конечно. Вот он. Эй, почему они не умирают от одного выстрела в голову? Опасный такой. What's medicine? Чё там было написано? Чё-то с медициной связано, наверное. Да, нас уже начинают обстреливать. Help! Безбашенный псих. 30 уровня. Тихо. Пошел вон. Назад посмотри. У нас месиво уже какое-то начинается. А, меня уже по. А, вот все. Той! А, Марк, помогай мне тогда. Ты же собрал мой скилл. Скилл собрал, да. А, меня тоже сейчас стреляют. Я просто никого не вижу. Да то есть не попал. Застилил. Так, а где тот? Я же его видел только что. А, давай это, мы же турель поставим, не? Отхилимся и убьем этого рычага. А, давай иди сюда. Сюда-то-то. Сейчас мы с новыми силами так, пойдем давай. Убьем просто. Так, подожди, я где-то его видел. Давай вот. Сейчас всех отбьем, чтобы... Не мешали, да. Блин, где они? Да вот он! А, вот он. Все, давай, ставь турельку. Погнали. Давай. Угу. Вот сюда. Ой, а вот это откуда знали? Знали, появились. ты чё? Хотели отхилиться. Ну, отхилились, да. Хорошо, отхилились. Два лодочка. Это как? Меня бомбануло. Сзади. Ты чё? Перезарядка. Найс меня лагает, конечно. А, ты тоже умер, что ли? Нет. А. Я стою, воскрешаю тебя, если что. Добей его! Найс. Почти 31 уровень, почти там чуть-чуть остался. Опа! А у меня есть лечебные наборы. Найс, у меня лагает игра почему-то. Я что-то. А, вон он! Я вижу этого петушка. Ой, ганс какой-то! Это какие-то... Это его, да. Только ганс меня сейчас скинет, походу. Нет, не бей меня! Не бей! Давай убьем этого ганса. Как-нибудь. Подожди, секунду. Ой, я ему критику. Я буду флинта бить. Я просто его вон вижу. Гадок, он бежит прям за... Хочешь прикол? Он просто взял меня с одного удара убил. Вон он. Ты чё, мне пугаешь? Он просто меня скинул. Он скинул, и я умер. Сразу. Я его почти добил. Он лол. Скажи, что он не сзади меня. Добей его, пожалуйста. Как-нибудь. Знаешь, такой, когда стоишь, хилишь тиммейт, скажи, пожалуйста, что он не сзади меня. О, все, у меня 31 уровень. Кстати, вон там он стоит. А, вон Ганс и Франц. О, Франц вообще изи. Да не, Ганса я уже убил. Уже. Так. Еще он где-то вон там стоял. Он, кстати, с ракетницей. А, наверху? Марк, да, он где-то там стоит. Ты знаешь, Марк, я нашел такое интересное слово. Чё ты меня пугаешь, что с ракетницей? А тут, короче, три качка или сколько их там? Три качка. А, еще и... Вон он! Барон, добивай его. Здорово. А нет, кстати, он меня еще убьет. Он идет за мной, алё, он внизу.
Он на лестнице. Не знаю, Марко, и меня катит. У него ракета, ясно. Он идет к тебе теперь. Ну, я не установлюсь, тут никого нету. А, знаешь, в чем прикол? Он запустил у меня это кучу ракет и ни разу не попал. Я восстановлюсь, я в любом случае уже не спасусь. Я бы, наверное, смог тебя воскресить, но это не точно. Да там мало времени осталось, забей уже. Тут все равно недалеко бежать. Че, сколько у него там хп уже, мало? Немножко. Чуть-чуть снес. Не знаю, вот на, держите турель. Ой, нифига, ты жесткий. Ну, половина у него уже есть. Но я тебя сейчас не спасу. То, что здесь еще и качок пришел. А, ясно, у меня тоже снес. Просто убиваем его. Просто убиваем. Кстати, там у него совсем не может. О, второе дыхание, найс. Давай, давай. Ай, он меня добил. Убивай его как-нибудь. Ну сейчас я прибегу. Я в него стреляю, я пытаюсь его убить. Он прям около меня, он меня пытается убить до конца. Он очень лоу. Добивай его, давай. А, конечно, я восстановил, меня все равно воскресил. Я, знаешь, там один выстрел оставался. Все, он умер. Да? Ты его еще даже качка вручную забью. Изи. А, о, у него тут деньги. Что тут? Деньги, деньги, патроны. О, дробо. Нифига! Или что это? Это что такое? Что такое? И это все? Палка-стрелялка. Марк, тебе нужна палка-стрелялка? Нет. А, это дробовик. Марк, посмотри, мол, у тебя дробовик не такой мощный. А, он взрывает просто. Ну, ясно. Так, ну дробаш. Это просто гранатомет. Называется палка-стрелялка. Да не, он. Короче, заканчиваю серию, потому что мне придется все равно ее перезапускать. Кошелан, всем был Марк Айденчик, всем до пока. Марк.